Я Кахрамон. Я Наталья. Я Нурали. Я Тимурбек. Я Батыр. Я Амир. Я Мирослава. Мы семья Нуралилых, и это проект «Верь-Тим». Ну, вообще, у нас главный принцип, это, в самую первую очередь, это порядочность, честность, вообще отношение к друг другу. Любовь к семье, любовь к родным, близким, любовь к спорту, любовь, которая объединяет в дружной семье. По домашней части у нас, конечно, мама, в самую первую очередь, главная, Наталья Викторовна, а по остальной части, это я. Через семью закладываются традиции, отношения к родине, отношения к другим людям. И все это идет от семьи. Если этого не будет, то, наверное, и общество оно не будет развитым, здоровым. Не будет движения вперед, наверное, такого общества. Когда семья полная, и когда все друг друга понимают, это великолепно. Дети – это счастье. А если дети воспринимают, как губка впитывает то, что ты им даешь, и ты видишь эти ростки, когда они становятся самодостаточными, когда они становятся успешными, это, наверное, двойное счастье для каждой матери. Мы это договорились с Натальей Викторовной, что если мальчик рождается, что я даю именно, а девочка, она... Каждый человек может совершить ошибку. Нельзя строго судить, то есть можно дать возможность осознать эту ошибку, если он попросит прощения, и он будет прощен. Вот это тоже лежит в основе семьи, потому что без этого не будет доверия, наверное. Меня научили родители тому, что всегда нужно идти вперед и не шагу назад. То, что нельзя лениться. И тому, что все нужно до конца доделывать. Преодолевать любые испытания не только на ковре, но и в повседневной жизни. Всегда быть вежливым, скромным. Конкретно от отца я взял серьезное какое-то отношение к делу. Любить свою семью, помогать своей семье. И самое главное – оставаться человеком. Победа – это создание моей семьи, то есть мои дети, мой муж, то есть любовь к ним. Это, наверное, победа, самая главная победа в жизни.